Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова. На встрече речь шла о текущей деятельности и дальнейших планах работы ведомства. Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обеспечения преемственности внешнеполитического курса и реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами Казахстана. Они должны оставаться доверительными, подчеркнул первый президент. Министр иностранных дел, в свою очередь, отметил, что руководители ряда международных организаций дали высокую оценку произошедшим в стране политическим событиям. Поскольку я как председатель Совета безопасности определяю внешнюю и внутреннюю политику страны, мы будем вместе вырабатывать главное направление – неизменность внешнеполитического курса, который был до этого выработан. Прежде всего, обратить внимание на наши взаимоотношения, сложившиеся с ближайшими соседями. В ближайшее время предстоят следующие у нас работы. Визит президента Южной Кореи и мои с ним переговоры и встречи. Второе. Мой визит в Китайскую Народную Республику, участие «Один пояс, один путь». И третье. Евразийский экономический союз, пятилетие которого мы будем отмечать здесь, в нашей столице. Все руководители международных организаций, направившие в ваш адрес поздравительные послания, отметили цивилизованный, мирный и конституционный транзит власти в Казахстане. Они также выражают уверенность в продолжении Казахстаном выполнения своих международных обязательств. Ваших глобальных мирных инициатив, а также ваш вклад в построение мира и безопасности в первую очередь в сфере ядерного разоружения и достижения безъядерного мира. Министерство иностранных дел продолжает реализацию ваших международных инициатив